Рассмотрим принцип вертикально интегрированной компании на примере ПТК. В Сибири, в Сургуте добывается нефть. Потом сырье переправляется по магистральному нефтепроводу в Кириши. Здесь происходит переработка нефти в высококачественный бензин стандарта Евро-4. После этого топливо доставляется на нефтебазу «Ручей». Пройдя лабораторную проверку, бензин направляется на все АЗС ПТК. Так получают экологически чистый бензин Евро-4. ПТК – удачный пример вертикальной интеграции.